Уважаемые охотники, вы на канале «Охота от первого лица». С вами я, Олег Федоров. Сегодня мы выехали поохотиться на лисицу тепловизорами Сайтонг. Использовать будем гляделку сайтонговскую и прицел. Все они оба с дальномером. Также мы будем использовать ремингтоновскую треногу, которая стала у меня двуногой. Да? По моей ошибке я использовал ее зимой в мороз и отломил одну ножку. Вот, зимой пластиковую такую ерундушку использовать нельзя, потому что хрупкая сильно. Почему приехали именно сюда? Потому что парень, кто на тракторе чуковал сено, он говорит, большой выводок лисицы гуляет, по полям выходит. Ну, лисы очень много, деревня недалеко. И говорит, если есть возможность, приедь, пожалуйста, помоги, отрегулируй. Ну вот мы выбрали время. Дождались, пока будет темно, приехали. И сейчас будем идти, скрадывать с помощью дальномера, с помощью сайтонговской гляделки. Будем искать, выискивать. Будет ли лисица на поле. Повезет, попробуем добыть, скрадывать. Не повезет, потому что луна полная. Кто его знает, как себя зверь поведет. Ну что, друзья, мы в очередной раз отрегулировали хищника. Первую лисицу я смазал, скорее всего, по своей вине, потому что там было 140 метров, и я взял вот так выше головы. И, скорее всего, я так думаю, что из-за моей погрешности так выше пролетело. Эту лисицу мы скрадывали 88 метров было по длинномеру, взял точно лопатку, выстрелил, лисица пропала. А тут дальше берет опять лиса. Их было две, вторую не вижу. Подошли поближе, гляделку увидели, на поле лежит. Друзья, вроде бы уже охоту закончили. Идем обратно. Гляделку посмотреть. Не понял, лиса стоит. 50 метров от меня. Разворачиваю карабин, стрелять. Но курок жму, не стреляет. Потому что после первой лисицы я не перезарядил карабин. Ну все, передернул, зарядил патроны. Идем обратно. Прицелом смотрю в одну сторону, в другую сторону. Кстати, сайтонга хорошо видно машина, она больше полутора километров отсюда. Хорошо ее видно. Разворачиваюсь, она лиса за нами бежит. Прям за нами бежит метров, наверное, я стрелял метров 40. Прям штык вот так, как стояла, так и стрелял. Там разнесло все у нее. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Лисицу по голове пришлось добить, она и так не жилетка, но она лежала, доходила, как-то не очень хорошо получается, нужно добивать всегда. Так как она была очень близко, 35 метров, я брал корпус, куда прошла чуть-чуть ниже, и спорола ей все, вынесла всю внутренность. Вот так. Нужно это иметь в виду всегда, когда карабин пристрелен на 100 метров, чем ближе бьешь, тем понимать, что чем ниже будет, чем ближе стреляешь. Двух лисиц мы взяли с одного поля за один вечер, могли взять четырех. Ну, вот так получилось. Все, идем домой.